Это Анна Салеева, Анна Малышева и ярчайший Кайратбек Примбердиев. С начала всего конкурса я находился в Москве, приехала со мной жена. У нас 11-месячный ребенок, он с бабушкой остался. Мы созваниваемся, разговариваем с сыном. И я надеюсь на победу, я надеюсь, что весь этот путь пройден не зря, и я окажусь победителем. Став прекрасной беременной женщиной, я перестала писать стихи и писать песни. Мне очень хотелось, чтобы вы не бросали заниматься музыкой. Дети абсолютно не мешают. У меня вдруг стали опять возвращаться отдельные слова, строчки. Еще пока не оформленные, непонятно о чем, но они возвращаются. Все, что происходило со мной за эти полгода, станет в моей жизни на долгую-долгую память. Выступление с Николаем Басковым – это что-то такое нереальное, какое-то мифическое. Вот я тоже Аню увидел по телевизору. Легкий звенящий голос. Я буду с ним стоять на одной сцене. Это все сказка.